Друзья, всем привет! С вами Виктория. Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня готовлю шоколадный бисквит на молоке. Также его называют американский бисквит. Готовить этот бисквит я буду для торта. Сборку этого тортика вы увидите в одном из последующих видео. Для приготовления нам понадобятся яйца, сахар, молоко, какао, разрыхлитель, ванильный сахар или ваниль, сливочное масло, мука и щепотка соли. Полное количество ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. Огромное спасибо всем, кто уже подписан, и всем, кто собирается подписаться. В емкость выбиваю 6 яиц. К яйцам добавляю 180 грамм сахара. Для сладкоежек можно добавить 200 грамм. И взбиваю миксером в белую пышную массу. Чуть не забыла, обязательно добавляем щепотку соли и ванильный сахар или ваниль. Это по желанию. У меня этот процесс обычно занимает 5 минут. Масса должна хорошо увеличиться примерно в 2-3 раза и побелеть. В другой емкости смешиваем все сухие ингредиенты. 200 грамм муки, 30 грамм темного какао. Какао нужно брать обязательно хорошего качества, не сладкий. И 11 грамм разрыхлителя, это 2 чайные ложки. Все хорошо перемешиваем. И теперь в несколько приемов будем просеивать сыпучие ингредиенты во взбитые яйца с сахаром. И аккуратно будем перемешивать с лопаткой. Миксер нам больше не понадобится. Таким образом, бисквит получится более пышный. И просеиваем следующую часть сыпучих ингредиентов. Муку с разрыхлителем я полностью добавила и перемешиваю все до однородности. Вот такая по консистенции на этом этапе должна у вас получиться масса. И последний этап, нам нужно растопить молоко со сливочным маслом. В емкость выливаю 180 мл молока и добавляю 100 грамм сливочного масла. Ставлю на маленький огонь и растоплю его. Также это можно сделать в микроволновой печи. И еще горячее молоко со сливочным маслом добавляем в ранее замешанную массу, в нашу шоколадную массу. Наливаем половину, перемешиваем. Горячее молоко со сливочным маслом помогут нам довести тесто до полной однородности. Если оставались какие-то крупиночки, то они полностью у нас растворятся. И добавляем оставшуюся часть молока со сливочным маслом. И еще раз перемешиваем. Духовку я поставила разогреваться на 180 градусов. Выпекать бисквит я буду в кондитерском кольце. Я его установила на диаметр 20 сантиметров. И плотно переложила фольгой. Фольгу я свернула вдвое. Можно запекать в любой форме, диаметр подойдет примерно 20-24 сантиметра максимум. И переливаю тесто в форму. Немножко вот так пристукиваем, чтобы лишний воздух вышел. И будем запекать бисквит в ранее разогретой до 180 градусов духовке примерно 45-50 минут. Может быть, понадобится немного больше времени. Ориентируйтесь по своей духовке. Шоколадный бисквит у меня запекался 50 минут. Проверяем его деревянной шпажкой. Шпажка выходит сухая, значит, бисквит полностью готов. Друзья, шоколадный бисквит полностью остыл. Достаю его из формы.
смотрите, бисквит получился красивый, существенного шоколадного цвета, потому что какао у нас было хорошего качества. Пахнет очень-очень вкусно. Мне нужно 3 коржа. Бисквит я буду разрезать с помощью ножа и нитки. Друзья, шоколадный бисквит, приготовленный по такому рецепту, отлично подойдет для любых шоколадных тортов. Готовить его совсем просто, небольшое количество ингредиентов, получается вкусно, красиво. Такой бисквит легко разрезается. Надеюсь, этот рецепт будет для вас полезным. Не забудьте подписаться на мой канал, ставьте лайки, пишите мне ваши отзывы и комментарии. Всем желаю приятного аппетита, прекрасного настроения и до новых встреч. С вами была Виктория.